Всем доброго времени суток! С вами Светлана, и я сегодня буду готовить мраморный кекс. И для этого мне понадобится 1 стакан сахара и 1 куриное яйцо. И это необходимо нам все хорошенечко взбить в пышную нежную массу. Белая масса получается. Следом отправляем 1 стакан теплой сыворотки и 1 чайную ложку питьевой соды. Следом отправляем 50 мл растительного масла. Немножечко перемешаем. Можно делать при помощи венчика. И добавляем 2 стакана муки. И перемешиваем. Теперь наше тесто необходимо поделить где-то 3/2, это у нас будет шоколадная часть и беленькая. И вот теперь в эту шоколадную мы добавим какао, 4 чайные ложки. Лучше просеять. Я добавлю 5, уже не оставалось у меня. Видите, когда какао долго лежит, появляются такие вот комочки, чтобы они в тесто у нас не попали. Какао всегда надо просеивать. И пока отставлю в сторонку, в белое тесто я добавлю мускатный орех и корицу. Если есть молотый имбирь, то можно добавить молотый имбирь. Буквально по щепоточке всего. Вмешиваем. Перемешиваем равномерно, чтобы специи распределились по всему тесту. И шоколадный размешиваем сперва ложечкой, чтобы не поднялось какао. Можно обойтись вообще ложкой и не включать миксер. Что мы делаем дальше? Тесто у нас готово. Теперь берем формочку. В моем случае это силиконовая формочка. У вас может быть керамическая, любая другая формочка. Если вы используете не силикон, то чтобы кекс хорошо извлекся, потом из формочки смажьте формочку растительным маслом. Берем тесто. В любом порядке можете сперва светлое тесто, потом шоколадное, можете чередовать.
получается. Теперь берем деревянную шпажку, палочку и аккуратненько как-нибудь делаем красивый рельеф, чтобы на нашем кексе было. В любом направлении. Все, кекс готов. Отправляем в духовку. Духовка заранее разогрета до 180 градусов. На 35-40 минут готовность проверяем деревянной палочкой. Вот такой вот красивый мраморный кекс получился. Он только с духовки. Я вам покажу сразу в разрезе, потому что я боюсь, что от него ничего не останется. Видите, еще горячий какой. Вот такая вот текстура. Вот такой вот красивый, вкусный и несложный кекс. Готовьте и вы, экспериментируйте, у вас обязательно все получится. До скорых встреч. Пока-пока.